Так, с вами Рецептом Дабга, мы продолжаем играть за западную франки в ЦКТ. Если вы еще вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь. А у нас тут настало время, когда мы будем расширять нашу франки. И да, через книжки, как ни странно, будем покупать претензии за благочестие, фармить его и покупать новое. И расширять за счет своих не таких больших католиков. Поехали. В Британии, кстати говоря, не все так просто. Видите, здесь у нас имеется союзник Альба и у нас, и у них. Что не самая хорошая для нас новость. Но вот здесь, допустим, нету вообще никаких союзников, так что мы в них влетаем. Я сделал претензию на, в принципе, герцогство, это точно таким же образом. Так что потом влетим и, может, в Британию, чуть подсоберем сил. Ну и раз мы сюда уже прошли, то разблокируем, конечно, ученость. Развитие и куча, в принципе, учености той самой. Можно в теории перейти было бы вот сюда и... Что-нибудь типа развития взять вот этого. Но, наверное, чуть рановато, потому что у нас здесь дебаф за развитие пошел. А техи, которые дают, ну, убирает этот дебаф, нету. Пока что. Она еще очень-очень далеко. Поэтому, в принципе, давайте дальше до здорового тела, там посмотрим. У меня есть новый венец, и он такой же, только он дает мне местечковых вассалов, а тут максимум. Но мне чуть полезнее, поэтому его и возьмем. Брошь надо починить, потому что она дает хороший баф на плодовитость и престиж. Ее ставим. А вот и узник, говоря, пойман. А давайте его перед смертью попытаем. Вдруг какие-то тайны узнаем. Вот так. И после этого, пока он еще не откинулся случайно, замериваемся. Давайте попробуем, ввеляем войну. Пока вот этот парень еще не там, давайте попробуем призвать его в эту войну. Посмотрим, на какой призыв он, как говорится, быстрее ответит. Хороший вопрос, а тем временем нам надо, кстати, вот так сделать. Да. Просим мужиков. Ноль припасов, а почему? А? Я что-то сломал случайно? Ладно. А, на меня покушались. Опять вассал и соперник. Так как вы надоели. А, наказать преступника... В тюрьму. Наверное, заключим его в тюрьму после этого. И да, он присоединится к нам, а не к нему. Шикарно. Он за нас, в принципе, осады может сделать, хотя, конечно, мы их возглавим. Если говоря, есть две дочери, но сыновей все еще так и нету. Параллельно идем в паломничество за новыми престижем. И так, как мы могли бы увидеть, нас убили. И если мы пересаживаемся на этого правителя, мы моментально становимся императором Священной Римской империи. Ну, не моментально становимся, но у нас моментально есть решение, в общем-то. Там можно и до Римской империи перейти. Будет, конечно, прикольно, прикольно. Август, кстати говоря, получаем забавно. Но я думаю, опять-таки, это не совсем честно, что мы просто пересаживаемся на правителя, который является... Блин, ну, у нас же нету, по идее, прям общего именно батя. То есть, да, где-то там вдалеке есть... Но фактически, это все-таки другие семьи были. Так что я считаю, что это слишком сильно, и мы так делать не будем. И значит, нам нужно придумать, как нам не умереть рандомно. Вопрос, кстати, хороший. Ну, очевидно, нам нужно, во-первых, сделать вот так. Правильно, мы вообще едем в Рим. Ну и пробуем пережить эту поездку. Можно вызвать на теологический спорт мужика. И забрать его с собой. Отлично. Блин, такое ощущение, что все-таки фанатизм дает меньше благочестия в поездке, чем раздумья. Раздумье как будто снижает стресс, но нет. Пока мы едем, мы очень много ивентов получаем на поднятие благочестия. Ну и у нас, смотрите, есть вассал, у которого есть куча претензий тут. Давайте ими воспользуемся. Почему бы нет? Ладно, мы хотя бы узнали, кто нас хочет убить. Принцесса Эмма из Западной Франкии. Ну и говно. И на нас напал король Восточной Франкии, но с ним как будто хорошие отношения, вообще наш наследник, тот самый, которого я решил не играть. Но смотрите, забавно, что все-таки он на нас нападает при этом. Давайте призываем всех наших союзников, у нас их много. И восточно-франкское завоевание герцогства Крань. Вот за эту срань, так называемую, они и нападают. Давайте назовем правильно данную провинцию. Теперь все будет справедливо, я считаю. У меня, слава богу, появился наконец-таки сын, которого я могу
как-то, знаете, трейды хоть подделать, попродвигать. И самое, что главное, я могу его обучить и передать ему перки, наконец. Просто становимся в осаду, они тоже становятся в осаду, только на стоит цель, но мы становимся на осаду столицы, это намного важнее. Кажется, хочу только артефакт, к сожалению, захватить. Реальных людей не получилось, но мы просто будем захватывать и грабить восточную Франкию. Кстати, я еще успел стать знахарем между делом, что даст мне учености. И по идее я еще могу теперь нажимать мистическое единение, которое будет давать мне еще статы со стрессом проще и учености опыт. Шикарно. И я получил болезнь за это. Классное единение с богом. Но благо у нас хороший врач. Мы чуть не умираем, кстати. Ой, я мог теперь еще травника получить. Шикарно. Чем взяли французский чешуйчатый доспех, смотрите. Шикарно же. А я потренировался перед турниром, получил еще силу. Наш персонаж становится гигачхадом на глазах, причем абсолютно рандомно. Это, кстати, надо нажимать постоянно, потому что это 300 опыта, это очень сильно. И можно еще пойти побегать. Просто... Гига-гига-чадом становимся. Надо еще охоту раскачать, и тогда вообще будем гига-чадами. И мой сын утонул. Увы. Нужно разводиться. Мне нужна жена, которая может мне вот родить еще. Кто-то меня пытался убить. Тогда с ним возможно кто. И мы убиваем Тура. Здоровый зверь какой-то. Шикарно. Минус стоимость строительства задания, престиж и величие двора. Ну, такое. Мы здесь поделили на 0 армию. Получаем мы за эту войну 700 монет. Он теряет престиж, я получаю. Нормально. А, и королева Ева дерьмо. Господи. Она находится теперь у нас в плену. А еще могу заложить традицию? Давайте заложим традицию верных подданных. Почему бы нет, чтобы попозже... Можно было что-то еще заложить. Я начинаю читать метафизику. Жесть. Кстати, книга полезная, на самом деле она серая, но дает 10 образа жизни ученого, то есть очень хорошо для меня, так как я как раз таки ученый. Ах, я умру, но всего лишь один раз. Допустим. Зовут войну против точного короля Англии. Зовут нас Таринге. Не говоришь, что они напали. Нападает. Сидится спокойно мужику. Окей, у меня родился новый сын. Хорошо. Главное, чтобы он пережил свое детство. Мы получили вот такую брошь, которая дает 6% содержания войск профессиональных. Это тоже, кстати, классно. Нам надо. Ой, налетчики здесь, кстати, торговать с нами звучит... Ладно. Так плохо. Король Восточной Франки умер. Просто взял и умер. Наверное, было бы неплохо, чтобы они подобъединились, но, учитывая, что мы решили все завоевывать обычным путем, то пускай они будут разъединены в это время. Продолжаем наше завоевание, только в этот раз нападаем на Бургундию. Франкия потихоньку-потихоньку будет восстанавливаться. Является у меня второй сын, а вот теперь дела стали интересны, скажем так. Причем он унаследовал хоть какой-то трейд, наконец-таки. И да, как будто ему было бы лучше стать нашим наследником, так что с этим мы попозже разберемся, я думаю. И теперь можем опять что-то прокачать. Было бы, кстати, неплохо, как будто вот это сделать. Ну и это тоже хорошо. Давайте начнем заниматься трейдами, потому что у нас трейдов в династии маловато. Пускай начинают плодить трейды. Потому что так или иначе это очень сильно повышает, в общем-то, все статы. Ну, потому что начинают плодиться гении, умные вот эти все. И... Так как у нас очень много вассалов из нашей же династии, либо около нее, ну если мало сейчас, то мы потом еще накидаем. Следовательно, много вассалов у нас начнут получать хорошие трейды, и даже сильные вассалы всегда что-то будут хотя бы уметь. Отлично. Мы тут очень жестко накачиваем образование. Вот мы уже здоровое тело. Слушайте, смекаете, да, что мы сейчас можем сделать? Во-первых, сделать династию святой. Получить за это признание, получить... нам еще нужно святыню контролировать, но это сейчас придумаем. А потом взять и еще и реформировать религию, потому что, ну, нам всего 43, мы гигачат. Мы вполне себе можем качать еще теологию. Это не супер полезно, но если мы хотим, в общем-то, сделать новую конфессию, то это полезно.
Вот уже кусочек земель присоединяется к нам. Карна громко звонит, переворачивая повозку. Звучит очень страшно. Да, сейчас будем просто бить опять, делать все вот эти вот паломничества, все что угодно. Мне нужно тратить деньги, потому что у меня их, во-первых, очень много. Нужно что-то тратить. Во-вторых, потому что это полезно. И получили мы опять кучу благочестия, еще благочестия в будущем. И кардос. А еще мы получили королевскую прерогативу. Поехали. Вассалы, пора платить бабки. А мы, я думаю, сразу делаем мангонели, потому что скоро люди начнут строить домики, и нам нужно будет их как-то ломать. Ой, путешественник, наконец. Тут еще плюс здоровья можем получить мы. А давайте-ка мы нападем еще на Англию. Отберем у них здесь территории. Позовем, конечно, всех наших союзников. Теперь, кстати, может быть, его он. А, прекрасно. Давайте лучше и потом его солить. Я в то же время вот делать свою религию, я подумал, а может все-таки остаться католиком? У нас тут уже и орден, смотрите, какой солидный, 6 тысяч. Можно будет начать священные войны куда-то вести. Ну и плюс мы в прошлое делали свою религию. Быстро, конечно, со своей религией намного-намного проще играть. И храмы контролируешь, и делаешь, что хочешь. Ну, посмотрим. Можете дать в комментариях, я, может, отложу запись следующего видео до ваших комментариев. Не точно это, конечно, но шансы есть. Так что дайте знать, я подумаю. А мы тем временем будем двигаться в Иерусалим. Причем берем максимальную скорость вот здесь вот у караванчика. Вот будет микроопасность. 54%. А, ладно, тут как будто чуть безопаснее делает мне переход. Наемные стражи, капитаны. Поехали. Королева дерьмо бургундская погибает. А еще я внезапно заметил, что вот здесь можно построить универ. Но при этом, когда я смотрел до этого, его там никогда не было. Был только Нотр-Дам. Значит, что мне здесь нужно построить замок, а не чертов город. Но снести город нельзя. Видимо, мне придется искать моды. Я дошел до Иерусалима. Прекрасно. Получили мы 1200 благочестия. Шикарно. Мы вернулись из паломничества. Чуть раненые, но... Ну да. Ладно, мы это переживем. Мы непобедимы. По здоровью. Можем эту династию сделать. Вот да, что я хотел. Совершенный добродетель. И теперь помазанник мы. Династия известна во всех краях, и все наши... Да, династия, да, все теперь в карлингах имеют плюс отношения с фанатичными вассалами, которые периодически встречаются, так что хорошо. Теперь я получил даже больше, чем рассчитывал, я вроде только за этот стейт воевал. Ладно. Здесь, конечно, хороший храм есть в Кенте, поэтому можно было бы его ставить, но я не могу его контролировать лично, поэтому, увы, мы его просто отдаем. Слушайте, еще мне неплохо было бы поднять престиж, поэтому делаем вот так. И можем, наверное, вот это чуть-чуть улучшить и чуть-чуть вот это улучшить. Нормально, я думаю. И да, по своим претензиям объявлять войну дешевле престижем. Поэтому так мы и сделаем. У меня появляется третий сын. Так, вот это уже слишком. Здесь пора мне сделать вот это. Но я душа компании не могу. Вы? Увы. О, вот это то, что нам надо. Шанс завести детей нет. Но большое управление. Так мы поступим. Ой, нас приглашает вот этот вот фел стать лучшими друзьями. Ну, ладно, ладно. Мы франки и без него создадим. У него все равно территории в целом вне франки. Мы все время сверя учим уже, по-моему, 10-й язык какой-то. Можно где-то их, наверное, посмотреть, но я не уверен где, поэтому не посмотрим. Ну да, у нас уже вон 9 языков. 6. И вот после квитания идем сразу на Бургундию. Ой, там кто-то не хочет нам платить налоги, но мы покажем, что налоги платить надо. Ой, можем, смотрите, какой ученостью поделиться. Шикарно. Ученый 49, мы очень хорошо качаем тех сейчас. Типа вот интерес супер жесткий. Очень сильно бафаем, очень жестко качаем. Плюс еще, конечно, развитие тоже потихоньку качается. Надо вернуться вот сюда. Несмотря на то, что у нас есть дебаф, потому что не прокачано, я думаю, все еще стоит качаться. О, смотрите, боевой молот карлинг, что мы сделали. Плюс преимущество, плюс фитнес рыцарей, доблесть. Шикарно. И мы еще сделали меч, смотрите, здесь плюс потери преследования. Нет, это чуть-чуть, наверное, интереснее будет. О, и мы опять прокачиваем наследие.
Да, дальше качаем себе свойства. Возьмем вот это, и на этом здесь, я думаю, хватит нам пока что. После этого пойдем уже в старость. Надо захватить самую малую здесь еще часть провинции и потом узурпировать титулы королевств. Тут должно, по идее, нам немножко упростить потом жизнь. То есть мы можем просить претензии, а можем просто ее покупать и шикарно не тратиться на это отношение с Папой Римским. Да, и видите, 1340, что это... Вопрос в том, что это слабая претензия, необоснованная, но какая разница, если мы ее сразу же завоюем сейчас. Только пожать перемирие надо. Слушайте, Казбелли все еще до нас не дошел. Увы, но тратить на него я не могу. Твой интерес, надо качать что-то современное, чтобы быстрее перейти в следующую эпоху. Мы достаточно быстро, я думаю, перейдем. Ну, как сразу как можно будет. Так что да, как само исследуется, так и следуется. Это тоже нам упростит жизнь, но пока сложновато. Так бы... мы могли Британию захватить. Я говорю, один сын, вот этот вот, он умер, он был болезненным и не пережил детство. Остается лишь два сына. Вот этого я бы хотел сделать своим наследником, но пока нельзя. Может, еще сможем. Ой, наша дочь стала в хорошей форме. Прекрасно. Жаль, что не сын. И наш сын, наследник, неуловимая тень. Это, кстати, неплохо. Если мы будем за него играть, если мы будем играть не за него, то он будет нас пытаться убить. Он вероломный радюга. Блин, жесть, тут папство разрослось, смотрите. Выглядит прям уверенно. Это редкий ивент. Я гулял, знаменитый поэт. Попросил ему дать обувь, я ему дал, он мне дал 500 монет за это. Сейчас 500. И бам, герцогство Гасконь. Я почему-то оно... я прям все титулы вот этого герцога получаю. Это прям сильно. Мне неприятно. Окей, нет, мы все-таки получили только ограниченные территории. Но, да, восстание мы сейчас подавим. Надо передать территории, не знаю, нашему сыну вот этому. Вот. Да. Нужно не забывать, нам нужно и вот сюда тоже еще расширяться ради Франки. Так что сюда тоже снимаем армию. О, смотрите-ка. Вражда с домом Восточной Франки. Звучит как то, что нам надо. Давайте вызовем его на поединок. Я его побеждаю, конечно, но всего лишь ограничивается ранением, и он его сразу залечивает. В том случае я получил престиж, он его потерял, так что нормально. И продолжаем сюда же нападать. И наш сын умирает. Он одноглазый, заболел, ранен, видимо, в битве. Теперь у нас есть всего лишь один наследник. Он на самом деле, так бы я и хотел это оставить. Я могу получить поэта, но нет, не получил, увы. Ой, смотрите-ка. Хотел вот этот парень у нас отбить артефакт. В итоге мы ему отбили желание жить. Серьезные штрафы к здоровью сюда. Датчане решили вступить в войну, но мы уже почти выиграли, так что, по идее, они не успеют ничего сделать. Надеюсь. Ой, нам предлагают потерять вражду дома и получить несгибаемую семью. Да, давайте. И вот оно, герцогство Австрия теперь возвращается к нам. И у нас становится превышен максимум вассалов. Да, нам пора бы стать уже империей. У нас слишком много земель в разных местах, поэтому империи одной нету, но разные имеются. Я думаю, кстати, хотите Средиземное море? Лох. Ха. Действительно звучит неплохо. По теории, если очень сильно хотеть, можно было бы, собственно, империю сделать, но, очевидно, мы будем просто делать Франкию. Ну да, все немножко устают от наших наступательных войн, потому что мы бесконечно воюем. Стоит, наверное, скоро закругляться с этими войнами. Хотя, опять-таки, можем пережить любое восстание, ведь у нас бесконечность денег. Наверное, стоит с тиранией. Не, с ужасом немножко поднять его, чтобы точно никто не делал ничего. Меня украли артефакт. Король Дитрих. Это король. Ну мы можем просто сделать поединок, в котором я в очередной раз его унижу. Так и есть. Теперь у него жестокие увечья. Но он только хуже себя каждый раз делает. Так, Бургундия готова. Можем теперь ее узурпировать. Теперь мы король бургундский. Прекрасно. Можем заодно, я думаю, поимпровать отношения. Блин, сильно не ходит. Он... А, далеко от вас что-то не пересчиталось, я понял. По идее, мы можем просто так завассалить даже, кстати, скорее всего, ее. Там саксонский выбор аж. А я думаю...
Ладно, вообще, наверное, не так плохо. Останется пока. Да, вот мы можем делать новую империю, но вот-вот уже будет Франкия. Теперь они даже согласны на серьезные феодальные обязательства. Отлично, этот нет. Но может еще что-то изменится. Я могу возвратиться в Северо Священную Римскую империю. А, смогу ли сделать вот это? Давайте, наверное, закончим с Франкией. Там будем смотреть уже. То есть, я думаю, отправляем ДАС. Да, Зарма нет. Ой, наш лучший друг уже стареет, и да, он уже немощный. Мы, кстати говоря, все еще полны сил. Хотя, ну, потихоньку будет нас, конечно, возраст тоже брать. И мы получаем мраморный скипер. Ну, принимаем подарок. А мы еще сделали... Уф, просто какой доспех. У нас там легендарный был чел. Мне было интересно, что он может делать. И сделал он реально классный артефакт. И арманьяк наш. Прекрасно. Даем мы его, конечно, кому-то, чтобы все не было совсем плохо у нас. Иначе, видите, это все создает герцогство. Мы именно герцогство титул получаем себе. То же самое, кстати, стоит сделать здесь с Австрией. И вот, узурпируем Аквитанию. И, по-моему, мы сейчас какие-то... Я только что открывал подарить артефакты, и мы, да, получили какие-то невероятные артефакты теперь. Кальп Карла Великого. Уф. Да уф, что мы тут наполучали. Какой-то череп. Очень крутой. Не знаю почему, но ладно, будет у нас теперь крутой череп. Видимо, мы захватили... Осаждали это. Эти артефакты, видимо, передавались, и вот они дошли до нас. В этот раз осады... Кстати говоря, идем учиться напоследок перед смертью, чтобы получить еще плюс левелап здесь. Последние вассалы нам нужны. Если да, за слабые они согласны. Давайте так сразу и сделаем, попозже повысим. И вот оно. Империя Франкия создана. Теперь мы могущественные императоры. Все еще можем сделать карлингов. Наверное, можем вот это делать тоже. Я не знаю, можно ли это сделать одновременно. По идее, да. Но... Хотя, может и нет, потому что здесь тоже про Карла Великого. Иначе, разберемся мы с этим в следующей серии. Франки, наконец, империя создана. Мы теперь будем работать над тем, чтобы восстановить ее в ее максимальных границах. С вами был Топкей. Обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайк, комментарий, Twitch, Discord, Boosty. Все как обычно и до скорых встреч. Всем пока.